Приветствую всех на канале. Сегодня, друзья, не о стройке будет идти речь, а о неожиданности, которая на днях случилась. Среди ночи почему-то рванула вот эта штука. Я сначала не понял, что за бабах такой был. Причем первый раз даже не понял, повыбивала автоматы. Но потом обнаружил, что отсюда идет дым. Хотя внешне, видите, все нормально. Давайте сейчас посмотрим, что же тут внутри. Вместе с вами постараемся разобраться. Самое интересное при этом, что нагрузки никакой на этот сетевой фильтр не было. Это было уже ночью, все было обесточено, ничего не работало. А взрыв прозвучал. Причем хороший настолько, что пришлось перепугаться. Вот. Хочется понять, что нас тут ждет. Уже очевидно, что что-то внутри, потому что дым оттуда валил хороший. Сейчас мы с вами посмотрим. О! Ого! Ой-ой-ой! Вот эта кнопочка, похоже, накрылась. Видите, пригар есть. Сыпется всякая всячина. О, ребята. Хочу просто попросить вас, если кто-то знаком с подобным, почему может сгореть сетевой фильтр при условии, что на него никакая нагрузка не влияла. В спящем положении все электроприборы были. В три розетки были включены, по-моему, светильник. Принтер отключенный. Ну, еще что-то третье было. Но они не работали. Они не работали. Хотя кнопка была в активном режиме. Я сейчас буду разбирать, буду стараться включить напрямую, чтобы без кнопки все было. Ну, а вы подумайте, может, у вас будут мысли, поделитесь, потому что я не могу объяснить, почему такое произошло. Сейчас вместе с вами будем соединять напрямую тогда. Продолжаем наш ремонт. Вот что я придумал, друзья, для этого, для решения вопроса. Здесь, как видно, нулевой провод. Вот он выходит. Эти провода спаяны нулевые. Я их так и оставляю. Кнопка пускай торчит, а мы сделаем вот такой фокус. И они будут у нас. В таком положении. Мы их не трогаем. Заземление тоже не трогаем. А вот эти два провода, это фаза, мы их соединим между собой. Коричневый. Разные обычно. Сейчас только чуть-чуть зачистить надо. Так, беру стрипер, свой блатной. И теперь эти провода надо соединить между собой. Клемку для этого нашел. Потом вставлю ее внутрь.
будет все у нас в порядке. Так, даже сделаю вот так. Раз, провода мы скрутим между собой. Затем продим клемму и зажмем. Так, ну по идее, наверное, у нас все работает теперь. Этот голый контакт мы сейчас заизолируем. Конечно же, если бы была синяя изолента, я знаю, что вы меня поддержите в этом вопросе, то все было бы намного лучше, но синий нет. Пользуюсь черным. Уж извините, друзья. Так, все. И теперь вот эту кухню, ну еще вот этот хвостик отрежу, он не мешал тоже. Теперь все это можно сюда вставить на место. Только я сейчас только соберу вот эти все вещи и потом продолжим. Так, вот оно у нас получается. Собрал я эти все вещи. Осталось на место затолкать провода, клемму новую и скрутить это все хозяйство. Потом мы его испытаем в работе. Так, кнопка у нас уже не работает. А вы все же не забудьте, ребята, поделиться мыслями насчет того, что могло привести к выстрелу в этом случае, потому что мне с чем-то похожим сталкиваться не приходилось, когда розетка, в данном случае фильтр, находится без нагрузки. Вот видите, какие части там поплавились. Вот это все дело разлетелось на куски. Так, ну и сейчас мы с вами попробуем эту штуку в деле. Сейчас отключу светильник с розетки, включу фильтр и потом включу у него светильник. О, работает, видите, порядок. Выключаем, включаем, работает. Все. Дело сделано. Ну, спасибо за внимание. Благодарен, что вы досмотрели до конца. И еще буду больше благодарен, если поможете найти ответ на вопрос, почему он все-таки сгорел. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.